Полкилометра нового асфальта уложено на улице Олега Кашевого во Владивостоке. Комфортные проезды делают вдоль домов от 27 до 33 и от улицы Бурачка к Олега Кашевого 27, 27А и 29А. Как рассказали в управлении дорог администрации Владивостока, помимо ремонта проездов, на Кашевого сделали и новые тротуары. Впереди у подрядчика благоустройство и сдача объекта. Кстати, согласно условиям контракта, ремонт здесь должны были закончить в середине августа, однако выполнить все необходимые работы удалось значительно раньше срока. Отметим, что дорожное строительство в дальневосточной столице продолжается во всех районах. Ремонтом заняты как бригады муниципальной службы, так и привлеченные коммерческие компании. В работе сейчас 20 объектов. На трех ремонт подходит к концу. Это дороги на Олега Кашевого в районе Светланской 89 и Вилково 14. Всего в этом строительном сезоне дорожники комплексно отремонтируют почти 30 участков дорог во Владивостоке. В списке улицы Толстого, Давыдова, Олега Кашевого, Луговая, Карла Маркса, Успенского, Тетюхинская, Волжская, Шуйская и другие.